Ставрополь. Мы едем, но мы стоим в пробке уже часа два. Мы настолько к тебе спешим, что мы решили пойти пешком. Мы не знаем, где наш транспорт. Мы просто идем к тебе пешком. Я нашла более удобный. Он не открывается. I'm a bad girl. Это сколько я спал? Мы заходимся на заправке и узнаем, есть ли здесь блогер или нет. Пойдем. Скажите, пожалуйста, вы случайно не блогер? Нет. Нет. Да ты угораешь. Я угораю. Да мы угораем. Да мы угораем. А может танец? А может. Ярослава, привет! Мы наконец-то приехали к тебе в студию на открытие. Буквально пару минут Лида у нас даст интервью телеканалу «Россия». Кирилл подготовится, а ветра ***т. Это мы запикаем. Это тоже можно. Ну как бы нам приходится. Ярослава, привет! Ты снимаешь тот момент, когда я ем? А, нет. Можно сфоткаться? Ты можешь нас сфоткать? Помнишь, Маша? Нормально, да? Фоткать, да, наверное. Вот сейчас можно будет? Какие у нас тут сладкие дети! Вырастите, и будем вам делать контент. Здесь то место, где вы можете быть настоящим. Черная посуда на хрущевке твое, кто мы, откуда, откуда. Смотри, кто тут? А тут... Елисей!